Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствие и почтение! Очень мало сейчас идет информации, которая нам помогает формастроить свою внутреннюю вселенную. В надежде, что мы с вами и так все знаем, и мы уже готовы к переходу. И сегодня я вам предлагаю такую тему, которая как-то поможет увидеть общую картину. Мы готовимся к переходу в 2022 год. Читает Лора от 27 декабря 2021 года. Свежая информация, творческая лаборатория мастеров. У нас есть несколько геомагнитных бурь, которые случаются как раз к Рождеству. Мы все еще находимся в таком огромном энергетическом импульсе с момента солнцестояния. В течение следующих нескольких недель мы также будем чувствовать, как накапливается энергия. На этой неделе мы чувствовали солнечные вспышки. У нас на подходе пара СМЕ, которые, как ожидается, ударят по нам сегодня и 25 числа. На нас идет много энергии. Убедитесь, что вы используете это. И это лучшее время для проявления. Это также прекрасное время для закрытия 2021 года. Мы готовимся к переходу в 2022. По мере нашей подготовки происходит огромное расширение. Это может означать большую очистительную работу. 2022 год более прочно закрепит вас в новом. Вы можете почувствовать, что готовы действительно двигаться вперед, или что вы заканчиваете учебу, или готовы выйти из текущих программ, в которых вы участвуете. Это ваша душа переходит на новую чистоту. Вы найдете больше резонанса с новым. Это пространство, которое нужно замедлить, чтобы вы могли дать Вселенной больше пространства для работы ее магии. Вы изложили свои намерения с последним полнолунием, и теперь они наступают. Возможно, вы чувствуете необходимость интегрировать эти энергии и на физическом уровне. Вы должны видеть увеличение духовного прямо сейчас, а также видеть больше синхронности. Если вы видите множество повторяющихся цифр или цифровых кодов, обратите внимание на сообщения, поступающие от ваших ангелов и духовных наставников. Мы все еще находимся в метеоритном потоке урсидов. На урсидов очень влияет Луна, поэтому мы тоже чувствуем эти энергии. Метеоры всегда добавляют магии. На этой неделе на нас сыплются звезды и огненные шары. Мы также видим, как комета Леонардо освещает земной шар. Это лучшая комета со времен Неовиза. Ра Джейн.